Приветствую вас. Не кажется ли вам странным, что личная жизнь не ладится у вас, Ольга, и личная жизнь не ладится у вашей дочери? Что у вас бывший муж и отношения с мужчинами не ладятся, а также, насколько я помню, ваше восприятие мужчин гендерное, чисто. То есть не личностное, да, а именно вот что гендерное. Так вот, не кажется ли вам странным тот факт, что у вас и у вашей дочери, у обеих, не складываются отношения с мужчиной? Вот. Лично я вижу в этом родительский сценарий, да? Вот. И я вижу то, что как вы несчастливы, в принципе, в отношениях. Вот. Так и ваша дочь несчастлива в отношениях тоже. И надо сказать, что вряд ли могло быть по-другому, потому что вы ей не помогаете тем, что поддерживаете ее, в том числе деньгами. Как бы это ни звучало неприятно для вас, вы ей не помогаете. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это вот на этот факт. На факт того, значит, что у вас есть вот схожие элементы поведения, вот, и необходимо вам самой изменить свою модель поведения по отношению к мужчинам, чтобы ваша дочь тоже это сделать смогла. Следующее. По вашему описанию получается такая, знаете, классическая схема треугольника Карпмана с жертвой, которая является ваша дочь, с агрессором, которым является ее муж. И ваш взят. И спасителем, которым в этой ситуации являетесь вы. Ничего хорошего в этом нет ни для вашей дочери, что она находится в состоянии жертвы в треугольнике Карпмана, вы можете его изучить, ни для вас, ни для, собственно, вашего зятя, который тоже находится в треугольнике и который, в общем-то, по факту болен. Судя по всему, да, у него, ну, есть проблема с алкоголем. Проблема с алкоголем — это не только физиологическая история, вот, но это еще и история психологическая, вот. В силу того, что человек употребляет алкоголь, потому что у него есть определенная проблема, вот, в частности сложности, например, с принятием самого себя.
соответствовал с потребностью в любви к себе. Вот. Это проблема. Вам на самом деле не хочется вас расстраивать, но вы совершенно зря написали столь большой текст, потому что в этом тексте для психолога все, в принципе, понятно, да, то есть если бы вы написали в два раза меньше, то все было бы так же. Вот. В каком смысле? В том смысле, что ваша дочь не решит своей проблемы до тех пор, пока в ее периферии будете находиться вы и будете стараться, пытаться ей помочь, как бы это, может быть, не звучало, как бы это вот не было неприятно для вас. Потому от дочери своей, простите за то, что я вам это говорю, нужно отстраниться, вот, как я уже сказал. Ей нужна психотерапия для того, чтобы выйти из состояния жертвы и перестать играть в эту игру. Значит, ну вот, которую сейчас она играет. Психологическая игра, это называется алкоголик. И вы все зависимые, к сожалению, партнер. Подробнее про зависимость вы можете почитать в книге Валентины Москаленко «Созависимость. Семейная болезнь». Вот. Вы можете почитать об этом. Я надеюсь, что вам это поможет. То есть я надеюсь, что вы как-то вот для себя увидите это. Я надеюсь, что вы для себя сможете найти способ, чтобы, ну, как вам сказать, чтобы изменить свою модель поведения. Потому что, ну, вот, хорошего в том, что сейчас
происходят? К сожалению, нет. И мне остается, собственно, только вот надеяться на то, что вы задаете свой вопрос не, ну, не просто так, да, а что вы задаете свой вопрос, ну, реально с целью разобраться, с целью понять себя. Вот, и я надеюсь, ну, для этого я дал вам, в принципе, всю необходимую информацию. Вот. На этом всем. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Желаю вам удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом.